Владельцам петрозаводских магазинов придется менять вывески. Единообразия нет, при этом всевозможной рекламой увешаны даже дома, которые называют нашей исторической ценностью. К такому выводу пришли депутаты Петросовета, и чтобы столица Карелии выглядела солидно накануне празднования ее столетия, для предпринимателей установили обязательные требования к размещению вывесок. Решение непростое, но такая практика давно применяется в городах, где есть, например, исторические кварталы. Петрозаводский городской совет на сессии в июне принял этот документ. Со дня принятия был месяц для опубликования официального его. И с этого момента есть установленные сроки. 3 месяца – это переходный период для владельцев магазинов в центральной части города, ограниченной рекой Неглинка и Лососинка, железнодорожным вокзалом и Онежской набережной. И переходный период для других районов, он составляет 6 месяцев. На сегодняшний день ежедневно предприниматели обращаются в администрацию города, где получают разъяснения. Многие уже откликнулись и на сегодняшний день уже начали производить замену своих вывесок, которые не соответствуют. Примерно на центральной части города таких вывесок, которые не соответствовали требованиям новым, где-то было порядка 400 штук. Вывески предпринимателям предлагают менять еще и потому, что к столетию Карелии в Петрозаводске отремонтируют 50 фасадов жилых домов. Все консультации бизнесмены могут получить в управлении жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства. Контактный телефон 70-61-21. За ситуацией следят депутаты Петросовета и напоминают, что тянуть не стоит. Штрафы за несоблюдение требований от 5 до 20 тысяч рублей.